Трансформатор. Что, собственно говоря, он делает? Вот такими простыми словами. Трансформатор. Значит, либо подключает вас к реализации вашей идеи, да? Вот. Либо игнорирует. Такое тоже возможно. Здесь есть такое условие, если с вами хотят сотрудничать. Сотрудничать – это поддерживать вас. Поддерживать на тот момент. Не, это не вечно. Это не на всю жизнь. Это не как вот бабка там, дед выловил рыбку, и бабка стала этой царицей морской. Нет, на всю жизнь нет. Оно рано или поздно спадает, вот это вот. Ну, это же чужая энергетика, это же чужое подключение к чужому каналу. То есть, как только у вас прекращается такая связь, вы забываете друг о друге. Вот. Ну и как бы вы должны своими силами, когда у вас уже реализовалось то, что вы хотели, уже дальше, своими знаниями, своими силами. А так-то зачем? На всю жизнь-то? Да вы что? Я вот сколько наблюдаю вот людей, кто в начале 90-х, ну, до 2000-х годов-то был, вот с кем я пересекалась. Да, конечно, это звезды, звезды кино. Один играет в «Пепле», ну, играл в «Пепле» сериал. Вот, я помню, как мы с ним встретились, как я руками махала, нафиг, нафиг, иди отсюда, чумной. Ну, действительно, мужик-то вошел как бы не в себе. Откуда я знала? Он-то мне все. Учитель, учитель, какой ты учитель? А буду ли я известным, а книгу напишу ли? Господи, я про себя-то смотрю на него, на его желтые белки, на него самого какого-то странного, в какой-то куртеночке в такой. И думаю, ой, сектант, сука, пришел. Ой, блин, как же это самое, как девки-то его ко мне провели-то, записали. Ну, как же это самое, от него избавиться, а вдруг он буйный. Я сама его тогда испугалась. Но потом это было как бы начало. И самое интересное, это вот его прям привело. Ну вот надо же было ему конкретно прийти ко мне на проспект Мира. А там у него больница, оказывается, была. Где он от желтухи-то лечился. Но это я-то не знала. Трансформатор должен быть спокоен. Он должен полностью доверять тому, с кем он сотрудничает. То есть насильно его, как есть один мужик, даже не буду озвучивать нахер. Значит, я типа ее там это... Не, не надо мне вот этого. Не надо мне как это насильно куда-то. То есть должно быть полное взаимодействие, доверие. Вот когда ко мне эта вот женщина-то приходила, которая... Молчи типа того. Сиди и слушай. И я как эта овца сидела, глазами хлопала. А когда-то она мне раскрылась, думаю, нифига себе, неужели так бывает? Я тогда вообще не понимала. Информация приходит постепенно каждому трансформатору. То есть человеку, который может реализовать чужие намерения, чужие желания, чужое исполнение. То есть это получается, как вот я вот сколько раз Диме говорила, как подключение телефонистки. Он так берет эту вот штучку такую вот и подключает куда-то вот в это гнездо или в это гнездо. Вот так и делает трансформатор. Он направляет реализацию человека или сообщества, или там еще что-то в определенное направление и подключает. Вот и все. Но здесь должно быть, опять-таки, говорю, доверие и нормальное, скажем, соотношение сил. То есть мы должны понимать, этот человек нам приятен или неприятен. Здесь насильное, насилие-то не пойдет. Нет, ну я расскажу все-таки. Мужик один не мог продать свой дом. И вот, значит, он ко мне пришел, но мне жутко не понравился. Ну вот спустя время, конечно, моя знакомая с ним разошлась, но не потому, что он мне не понравился, а какие-то свои терки были. Короче говоря, вот он после его ухода, я его забыть не могла. У него настолько, ну, наверное, очень дорогая туалетная вода, или духи, или одеколон, я не знаю.
Как это? Ну, настолько прям вот мне хотелось прям вот выветрить все. Очень резкий, тяжелый аромат. И невольно как бы я вот его помнила. А как-то раз вот мы с моей этой знакомой, этой клиенткой общаемся по телефону, и я говорю, ну и начинаю вдруг это образы, и эти образы я ей рассказываю, она говорит, так это его дача, вот, которую он может, не может никак продать, ну как это называется, не усадьба, практически усадьба, соседка там его, да, и вот это, то есть она возьми ему скажи. А он-то дурачина-то, ну вот агрессивный человек-то, дикий человек-то. Он ей говорит, шутку хрен его знает. Он мне прям стал это неприятен после этих слов. Я ее типа того украду на даче, и будет она у меня это самое реализовать мне типа того. Я говорю, да сейчас ему. Вот он уже вот от одной этой фразы, от одного его этого намерения, я не знаю, на него там все посыпалось. Короче, ну нельзя так. Все должно быть добровольно. Вот как рыбка хотела, она реализовала бабки. И то, и это, и пятое, и десятое. А как только рыбка это самое сказала, а пошла бы ты, бабка, нахрен. Бабка и поплыла корыту обратно. Вот как-то так. Трансформатор. Он, как правило, человек любопытный. Его, как правило, тянет все такое вот, ну, увлекательное, да? Иногда он может даже больше сделать, чем. Но это опять-таки зависит от того, что вы из себя представляете. Вот такая фигня. Сколько мне Андрюха хотел там это какого-то мужика своего знакомого. Что-то мне в нем не понравилось. Я его по телефону слышала. Андрюха говорит, да он хороший, хороший. Хороший, возьми его, возьми, поработай с ним. Я его послушала, говорю, Андрюш, ну что-то как-то прям... Не хочу я его. Не хочу. Душа не лежит к нему. Вот это важно, понимаете? А не так вот ты подходишь к автомату, опускаешь там монетку, и тебе чик-чик-чик, и все готово. Такого никогда не водится. Ему можно сказать, вот посмотри вот этот канал. Блин, да нет, у меня обратная реакция. Я выбираю канал, который мне прям вот, ну, я знаю четко. Если я на канале на каком-то поселилась, я туда подсматриваю, там либо в ту сторону пойдет купадничество, и человек сам по себе, ну, скажем так, дно. Либо если у меня все-таки пойдет вот это вот сопереживание, я его сама поймаю, не придумаю, мне не надо там, то человек все-таки выправится. Выправится, да. В отношениях, вообще, во всех действиях должно быть все-таки согласие с самим собой. Вот. Не надо делать того, к чему душа не лежит. Толку не будет от этого. Мне вообще первое время получалось, что мне клиенты прям настолько на душу ложились. Ох, это плохо. Привязываться так нельзя. Потом, конечно, я научилась с этим справляться. А так прям не должно быть. Еще у нас такое было время-то, когда мы смотрели на величины, вот те, кто приходил-то, там и величины были. Я заранее знал там. Мы на них смотрели. А не надо. Вот так вот относиться к людям не надо. У человека есть тот или иной талант. Он пробился куда-то, что-то достиг. Неважно, с какой помощью. Ну и что, это его заслуга-то? Что на него молиться-то? Хорошо, если он тебе какую-то услугу окажет. И она тебе тоже нужна будет. Обмен произойдет. А так-то что? Ну, там, к примеру, артист, ну, певец. Ну, там еще кто-то. Ко мне-то режиссер пришел какой-то. Ой, на тишинке же пришел. Я в ужасе была. А у него сердце или не сердце, черные круги. Наркотики, может, хрен его знает. Я говорю, не надо, он мне, вот у меня, мой брат, известный композитор, я говорю, не надо, мне не вас, не это самое. Вот настолько тяжело от него было. Что я это говорю, не надо, не записывайте его ко мне. То есть выбор должен быть всегда.
насилие вот с трансформатором быть не должно. Током стукнет.